штрафной. Микаэлем Лаудропом неаккуратно обошлись. Пенальти, да? Да, вот это дела, дела. Уложили Бриану Лаудропу в штрафную, и тут же моментально, очень жесткий судья, справедливый, что и говорить. Это нарушение было. 42-я минута. Неожиданная развязка первого тайма. Гол! Капитан команды Микаэл Лаудроп. Неумолим Пьер-Луиджи Калина. Но он справедлив. Знаете, было нарушение, что говорить. Просто думали французские защитники, что сейчас будет штрафной, будет ставить стенку и так далее. Однако брат брату сделал передачу, и Микаэл Лаудроп сейчас забил пенальти, реализовал. 1-1.